Земля. Фаза и ноль. Защищаем Землю. И закручиваем сам волос. Здесь где-то около 12 миллиметров. Зачищаем два края. И также сматываем вместе. Берем нашу вилку и подготавливаем саму вилку. Откручиваем шуруп. Извлекаем его. Одеваем защиту. Здесь немного отпускаем, чтобы у нас зашел провод. Делаем так, чтобы желто-зеленый провод, который идет на землю, был сверху. Далее закрываем и затягиваем винты на крепление провода. Освобождаем контакт 1 складываем пополам и поджимаем плоскогубцы. Берем кусочки, здесь должно быть 12 миллиметров ориентировочно. После того, как мы загнем, останется ориентировочно 6 миллиметров. Миллиметров. Подготавливаем клемму. Здесь у нас заплыв пластика. И затягиваем сильно. Через месяц другой можно будет вскрыть и подтянуть контакты. Далее откручиваем шуруп, которым прикручена у нас Земля. Делаем вокруг петлю чуть большего размера и заматываем излишки
вокруг, то есть должно болтаться свободно, после чего можно поджимать. Здесь у нас свободно. Площадка должна быть свободной и вровень. Провода должны быть ниже этой площадки, чтобы при закручивании мы их не передавили. Далее загоняем кожух и будем выставлять по центру. Вот приблизительно так у нас стало по центру. Это нужно, чтобы шуруп не ушел далеко мимо отверстия посадочного. Затянули, проверили, все, наш кабель готов.